Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Так как я проработал на телевидении и, можно так сказать, кое-чего подучился, что и как. Если вы что-то там делаете, какое-то видео, важно не рассказывать, а показывать. Ну что сказать? Я давно вам говорил про то, что думаю показать различные там, ну не различные, а так сказать, такие системы работы с энергией. И не просто, а называется сложение там костей, работа там с костями, там, ну так далее. Значит, все это дело, конечно, хотелось бы иллюстрировать, но это время, понимаете, это время. Поэтому я, так сказать, обойдусь тем, что я знаю на память. На память я знаю не так уж много, но знаю. Просматриваю, так как YouTube, знаете, предлагает различные видосики, я просматриваю этих китайских мордобойцев и так далее, они там, знаете, летают, то есть все. 5-10, это очень интересные вещи, если смотреть на них несколько под иным углом зрения. И вот мне попадается, смотрите, вот на фото «Измени свою кость», книжка там «Измени свою кость», то есть это определенная такая закрытая, ага, вот даже костное дыхание, закрытая система. Вот опять-таки «Измени свою кость», это тот, ну, в фильме там мастер там занимался, там, то есть все. Но мне в основном заинтересовала это работа с костями. Работа с костями. Именно с ними-то я и занимаюсь своей изодинамической гимнастикой. Плюс, если так взять, ну, насколько я понимаю, это самые такие тайные техники, обладающие мощнейшим потенциалом, развивающие человека, можно так сказать, в разных его аспектах бытия и так далее, так далее, так далее. Это как раз работа с энергией. И вот китайские гимнастики, индийские гимнастики специальные, они в этом особенно преуспели. Хотя, я вот так вам скажу, а там вы думаете сами. Наиболее мощную энергетику дает, если человек является преданным той или иной космической силы. Ну так скажем. Вот если в христианстве люди преданы Иисусу Христу, ну так, то в зависимости от того, насколько они преданы, насколько они заслужили у Бога, проявили себя, настолько он дает им те или иные силы. То есть не надо там, знаете, типа, как я вот там поднимаю, еще что-то делать. Надо совершенно иным заниматься. Ну, ладно. Это так, к слову. Что касается, значит, вот этих вот китайских гимнастик и прочее. Вот как раз они работают с энергетикой. Откуда эту энергию взять? Как ее, значит, прогнать? Вот видите, костное дыхание. А зачем мне костное дыхание? Надо. На первый взгляд это кажется какие-то, знаете, такие непонятные штуки. Оказывается, это позволяет стимулировать костный мозг,
который лежит, можно сказать, в основе всего организма. За счет выработки стволовых клеток и так далее, идет обновление организма, ну и появляется особый энергетический потенциал, который может, ну, в зависимости от того, как, насколько человек занимается, насколько он не умственно занимается, а с умом занимается. Можно заниматься, ничего особо не получить. Можно заниматься фанатично и наоборот, только это, получить травму. А вот когда с умом занимается, вот это вот очень ценно. Когда человек занимается с умом, то он может раскрыть свой потенциал и многократно умножить свою энергетику, добиться там потрясающих результатов, если там почитать вот ихние там трактаты по изменению костей, связок, там вот в основном сложение костей, ну они так это интересно это называют, или то есть работа с энергетикой, первоначальной энергетикой, костей, не костей. Ну, у нас даже таких особо терминов нету, чтобы это правильно все объяснить. Ну, у китайцев и цин, и счет, что-то такое, я не буду во все это дело углубляться. Можете на все это дело вы посмотреть. Ну, вот, вот эти вот вещи, значит, позволяют достигать удивительнейших результатов. Они, конечно, редки. То есть люди, которые занимаются такими вещами, они очень редки, редки. По какой причине? Они редки по причине того, чтобы дойти до вот этих вот знаний, осознать, насколько они важны, насколько они нужны, и посвятить этому практически все свое время. На это отваживаются единицы из многих-многих тысяч людей. Поэтому вот эти феномены и, так сказать, редки. Как, впрочем, редки и сильные святые, которые могут, или раньше были сильные святые, которые могут воскрешать. Если кто интересовался житием святых, тот он может найти описание жития святых, некоторые в которых эти феномены есть. Но это, так сказать, в общем и в частном. Значит, немножечко я глянул на гимнастику Хаду. Там один мужчина как раз занимался утром. Что сказать? Так как я не занимался, но я только посмотрел на это дело, я могу сказать одно. Важно чем-то заниматься. Важно чем-то заниматься. Важно заниматься осознанно. Тогда будут какие-то результаты. И, возможно, довольно-таки хорошие. Но я вот избрал работу, энергетическую работу со своим, значит, организмом по системе Самодумова Анатолия Ивановича, которую, так как Самодумова нету, и он эту систему запатентовал, его ученик Сергей Прокопович Кривых, он на этой базе создал тренажер, несколько иная направленность, создал, значит, и запатентовал изодинамическую гимнастику. Естественно, я занимался у Самодумова там, ну сколько, два или три занятия, всего лишь два или три занятия, это ни о чем. Позанимался одно занятие, можно сказать, вступительное у Сергея Прокопьевича, ну и все. Остальное все, вот я занимаюсь четвертый год, иду по этой, так сказать, системе, это, можно сказать, мое видение вот этой работы над костями, над вот этой вот энергетикой, которая лежит в основе организма и позволяет, значит, раскрывать ваши потенции, естественно, оздоравливать организм, это так сказать. Но, есть, конечно, и подводные камни, и эти подводные камушки. Вот за три года моих занятий мне удалось выявить. Естественно, не все, знаете, чем ты больше дальше будешь развиваться, тем появляются какие-то новые вещи. Но, тем не менее, успешно преодолеть, не получив травм, хотя предпосылки там были такие-сякие. Вот эти вот пять упражнений на тренажере, они позволяют, как бы сказать, вот в основе любой там гимнастики, можно так словами Самодумова сказать, в основе всего лежит следующее. Это напряжение и расслабление. Умение
напрягаться, расслабляться и дальше отдыхать, чтобы наращивать свой потенциал. Это раз. И так как он где-то в 1973 году создал свою систему гравитационной гимнастики, в основе которой лежит такой важный тезис. Человек, познай себя сам. Потому что ты и Бог, можно сказать, это практически одно и то же. И если ты познаешь себя, то ты можешь познать Бога. То есть все в тебе имеется, все в тебе. Это действительно все имеется в тебе. Просто из-за того, что есть умственные шоры, есть, знаете, умственные вот эти вот наслоения общества, школы, воспитание и пятое, десятое, человек не понимает, на что он способен. Вообще, к чему стремится, он плывет, там, грубо говоря, до Пензы и так далее, там, и подобное, и... Он не знает, на какой хрен ему вообще дана жизнь. То есть очень мало людей понимает, что надо в этой жизни сделать для того, чтобы раскрыться. И раскрыться не в том, что ты там что-то там нагрябал там и так далее, а вот именно раскрыть себя. Для этого тебе и дается жизнь. Ну это так, к слову. Значит, благодаря вот этой вот упражнениям, в которых вы сначала напрягаетесь, просто за счет физической силы там поднимаете. А потом, дойдя до определенного предела, вы должны настроиться так, чтобы преодолевать самого себя. То есть не преодолевать, а раскрывать самого себя. И все это раскрытие в основном совершается у нас в сознании. Сознание стало созвучно законам тонкого мира, и только тогда начинает вам давать силы. Оказывается, дают силы. Если вы умственно не созрели, сознанием своим не созрели до нравственных некоторых вещей, то просто-напросто вы застрянете на каких-то весах, и дальше никакого подъема не будет. Это хорошо, что если вы травму не получите. И лично мне приходится не столько поднимать, сколько работать со своим собственным сознанием, работать с окружающим пространством, чтобы, будем говорить, показать, что оно хоть каким-то манюсеньким параметрам соответствует, и за счет этого тебе начинают, грубо говоря, даваться силы, которые выражаются в том, что ты поднимаешь больше и больше и больше веса. И для того, чтобы, вот смотрите, научиться взаимодействовать с пространством, для того, чтобы расширить свои рамки сознания, ты должен довольно-таки часто подходить к этим весам, соответствующим образом настраиваться и так далее, и так далее. То есть есть, так скажем, серьезное занятие вот этим, этой гимнастикой, изодинамическое, так сказать, гравитационное. Хотя некоторые говорят, нет, это не гравитационное, это там совсем другое. Гравитационное – это должен быть вот вес. Грубо говоря, вес, если тона, это тона должна быть, железяки, ты ее поднимаешь. Через рычаг не идет. Ну, это их мнение, и я не буду спорить. Так. И вот приходится как можно чаще, будем говорить, ну, насколько ты успеваешь восстанавливаться, насколько тебе, как бы сказать, вот эта энергия приходит, учишься поднимать. То есть для того, чтобы овладеть этим, надо, будем говорить, постоянно пробовать те или иные варианты настроя, умственного настроя, умственного разговора с пространством, умственного разговора с собой и так далее, для того, чтобы вот как-то расширить свои рамки и поднимать. И если это удается, это я уже говорю не с какого-то там опыта, а со своего, получается, что, грубо говоря, вес поднимается, огромнейший вес, легко и просто, и без всякого напряжения. Все напряжение там где-то умственное идет. Насколько как раз вот Самодумов сказал, что вот это как раз гимнастика, это наша российская, так сказать, разработка, которая позволяет вот эти вот умные вещи, там, дыхание, там, через кость, еще что-то сосредоточение совершать с помощью вот этих вот упражнений.
Но опять-таки, требуется огромная умственная работа. И, кстати, я решил вам показать две свои последние тренировки, 22-го и вот сегодняшнюю. Ну, может быть, что-то там прокомментировали, это, чтобы вы посмотрели, как это делается. По крайней мере, у меня, я не говорю, что это у всех должно быть. С целью просто оздоровления достаточно раз в недельку приходить там заниматься. И даже одно упражнение делать, штанга на поясе. Уже этого будет, как говорится, достаточно для того, чтобы вы что-то там наращивали. Ну, а если хотите каких-то серьезных результатов, еще чего-то, то, естественно, это надо делать гораздо чаще. Это мое мнение. Некоторые скажут, мол, нет, там то, все, пятое, десятое. Но я в процессе своих занятий убедился. Да, есть периоды, когда вы хотите там пойти на максимальный вес, тут следует отдохнуть там побольше. Ну, вот примерно так. Я с вами, так сказать, поговорил. А теперь я покажу вот эти два занятия. Ну что, вздрогнем? Вздрогнем, други. После прошлых занятий тут шею прихватило. Шея отошла полностью. Нос. Посмотрим, что и как. Как и что. кило. Первый подход. Важно проснуться. Ну-кася. Опа. Семьсот. Задавили. Спасибо.
знай наших на 2 раза 760. Канал пробит по ногам, пробит, пошла энергия. Энергетика прибавилась после дожима ногами. Ну что, пойдем по маленькой или по большой? Будем горячиться. В каждом упражнении важно еще по-своему энергию распределять, направлять. Поэтому горячиться не надо. Тише едешь, дальше будешь. Есть 200. Задавил. Хорош. Ну что ж, 860. Есть 860. Девятьсот шестьдесят ставим. Будет и хватит. И 800 на закуску. И так покайфуем с закрытыми глазами.
прочувствуем, куда энергия идет, что, где, как делать, откуда что берется, куда направляется. Запятили. Отлично. Пошли. Четыреста восемьдесят. Еле-еле, но сдернул. И это хорошо. И это хорошо. Потом жарким я обливаюсь. Кровью члены все охвачены. Опа! 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 Ай, базука! Теперь 400 килогерц. Ну-ка, са. Хорошо. О, хорошо. Хорошо. Ступню это вам. Скажу я. Не таясь. Не фунт изюма слопать. Тренинг закончен. Отлично.
практически все по плану выполнено, кроме дожима лежа. Что-то, а руки слабы. Килогерц. Ну что, осилили 620. Пошел висяка 780. Не знаю, что там было, не было. Шестьсот шестьдесят. Запетелил, однако. Даванули, то даванули.
900 затравили. Как говорится, что смог, то смог. Тем не менее, колыхнули с закрытыми глазами. 800. Медленно, плавно давим. Чувствуем, куда идет энергия. Что, где, откуда и как. Отлично, на 5 раз. Возможно, стоит сделать эксперимент, попробовать тон. Вот так вот. То смогли. Поднял полтонны. Без фанатизма. Не будем говорить. Хорошо, и хватит. Заминка.
смерть теперь. Очень больно. Потом жарким я обливаюсь кровью, члены все охвачены. Кажется, тренинг состоялся. Такой хороший тренинг. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлек и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.